Дорогие друзья, я приветствую вас. Сегодня представилась вот такая возможность в преддвериях Нового года. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Вот в таком образе Снегурочки, потому что мой Дед Мороз у меня уже побывал. Мой самый любимый, самый хороший, мой самый желанный Дед Мороз. Он же, кстати, и оператор сегодня. Лёшенька, я очень благодарна тебе за такой подарок. Девочки, посмотрите на эту красоту. Я вам всем желаю таких подарков и таких любимых мужчин, которые заботятся о вас, любят вас и всегда о вас помнят. Вот такой подарок мне подарил мой любимый Дед Мороз. Я покажу вам поближе это пальто, если оно вам интересно. И сегодня еще поговорим о подарках, и в конце видео, чтобы не тратить ваше время, я покажу свой процесс юбка и на пальцах объясню вам, что и как. Короче, сегодня такое влоговое видео, поздравление с наступающим Новым годом, и, конечно же, поговорим немножко о вязании в конце ролика. Поэтому, кому не интересны мои подарки, прокрутите ролик до конца, и там я покажу вам, как я, что у меня сейчас на спицах и что у меня получается. А получается очередная красота. Что хочу сказать. Я очень довольна этим подарком. Я сейчас просто угораю от тепла. Очень-очень жарко. Пальто из, ну это искусственная кожа, но очень-очень мягкая. Такие раньше делали дубленки. И, конечно же, искусственный мех. Но оно очень теплое и очень легкое. Здесь отстегивается воротник, правда, он на пуговицах. И там такие маленькие-маленькие пуговицы, которые ну, тяжело как бы это пристегнуть. Но возможно. Если не нравится вам искусственный мех, хотя сейчас такие технологии, вы можете подумать, что это искусственный мех. И меня это еще больше радует, потому что я понимаю, что не убито животное, которое не пострадало, когда создавали это пальто. И это тоже греет душу. Поэтому я буду носить этот искусственный мех, не буду ничего менять. В последнее время я трепетно отношусь к животным. Я не ем мясо и воротники. То есть чья-то смерть у меня на шее меня совсем не согреет. Вот такой капюшон. Кстати, как хорошо сюда вписалась шапочка. Еще будет шарф, который, я обещаю, будет очень красивым. И немножко о пальто. Значит, смотрите. Оно на кнопках. Это не магнитные кнопки, а кнопки, которые, ну, вот так вот пристегиваются. Вот так, да? Сейчас покажу. Вот. Держится достаточно, ну, как бы хорошо. Вот такое оно изнутри. Да я даже не буду вам близко показывать. Сейчас вот просто все рассмотрите. Все швы заделаны. Вот такой карман. И оно очень-очень легкое. Посмотрите, я одела свое платье домино. И очень хорошо все сидит. Хотя платье толстое, по идее, но такое. В общем, угадала с размером. Кстати, о размере. Размер здесь 3XL. Сейчас вот покажу. Вот такой размер 3XL. В общем, китайцы молодцы. Сделали вот такую вещицу. Посмотрите, как красиво все это смотрится. И я не прогадала с размером. 3XL это где-то 54 размер. Ну, конечно же, у меня, я надеюсь, пока еще не 54 размер. Лешек смеется, сдерживает прям вот смех, чтобы камера не дрожала. Не будем его смешить. Вот. Но советую, если вам понравится это пальто, советую заказать на размер больше. Ну, то есть, ну, даже не на размер, на два размера больше. То есть, если у меня 50-й, то нужно заказывать 54-й. И тогда вы оденете какую-то теплую вещь под пальто. И в самые лютые морозы вам будет не страшно. Ну, то есть вы не замерзнете. Очень классное. В общем, посмотрите. Вот все, как говорится,
угадала с размером. Такое толстое платье, но очень все хорошо сгибается, руки в локтях, то есть комфортно достаточно. В общем, я довольна покупкой, просто счастлива. Не знаю, что же я подарю своему Деду Морозу, но пока над этим думаем, ну что-то придумаем. Вот. И что еще хотела сказать по этому пальто? Да, капюшон. Сейчас вот я сниму шапку, померяем. Опля, капюшон одену, чтобы вы видели. Вот так вот смотрится. Смотрите, какая прелесть. Ну, прям Снегурочка-Снегурочка. Класс. Даже можно ходить без шапки. Непродуваемая, конечно, искусственная кожа. Но оно классное. Оно стоит своих денег. Значит, где-то 4500. Ну, в общем, от 4500 до 5000 можно найти это пальто на AliExpress. И дошло оно за, сейчас скажу, две недели, по-моему. 20 дней, короче. Такой скорости я, конечно, от AliExpress не ожидала. Я уже думала, что это пальто придет где-то после Нового года. Ну, в связи с загруженностью почты. Ну, в общем, продавец постарался. Я буду рекомендовать вам этого продавца, если вам эта вещь понравилась. Порадуйте себя. Конечно же, ну, думаю, на пару сезонов мне хватит этого пальто. В общем, дальше переходим к следующему подарку. Это еще не все подарки от Деда Мороза. И я покажу вам тоже свою мечту, потому что я не любитель гладить, но с этой паровой машиной, или как он, парогенератор называется, глажка просто, ну не знаю, в настроение, в кайф. В общем, гладить хочется, так что... Не все то, что нам не нравится, зависит от наших желаний. Главное, чтобы была хорошая техника, и, возможно, ваше мнение по поводу глажки, конечно же, изменится. Итак, парогенератор. Итак, дорогие друзья, парогенератор. Вот так вот выглядит эта штука. Я не могу сказать, что она слишком громоздкая, достаточно компактная для парогенератора. И стоит эта штука, кто живет в Москве, Леша покупал в Биле, в общем, там, по-моему, 50% скидка. Короче, он купил это по цене хорошего утюга, 5000 рублей, по-моему, стоит вот эта штука. Здесь заливается вода, это убирается и гладим, когда вот так мы спокойно можем переносить. То есть вот здесь вот держим, как ручка, это переносится. То есть вот эта штука для того, чтобы зафиксировать утюг. Опустили и начинаем гладить. Очень мощный, скользящая здесь поверхность, по-моему, тефлоновая, если я не ошибаюсь, но гладит классно. Поэтому еще раз повторюсь, кто в Москве, не пропустите. Классная цена, ну то есть за 5000 рублей вы не купите такой парогенератор. И гладить одно удовольствие. Сейчас я попрошу Лешу, чтобы он показал, как эта штука работает. Ну то есть я буду гладить, а вы посмотрите. Вот у меня вот такая очень хорошо высушенная простынь, достаточно помятая. И посмотрите, как это работает и как это классно. Но хочу сделать замечание, что, конечно, в доме должны быть и утюг, и парогенератор. Вот эту штуку я буду использовать для глажки каких-то больших вещей, постельных принадлежностей, допустим. Конечно же, утюг тоже нужен. Короче, я вся теперь в хорошей бытовой технике. Вот такой в этом году у меня шикарный Дед Мороз уже побывал. Значит, немножко экскурса в то, как это работает, чтобы вам долго не читать инструкцию. Вот смотрите, я включила в розетку, и вот у меня здесь мигает огонек. То есть нажимаем вот эту кнопочку, и огонек начинает мигать. Утюг греется. Как только это перестает мигать,
значит, можно приступать к работе. Естественно, нужно залить воду вот в эту, вот в этот отсек. Он открывается, и можно залить воду. Вот все. Вот уже утюг готов к работе. Да, не сказала, что здесь система, очень много картриджей, которые очищают воду. Их, наверное, хватит. Леш, сколько там их? Хватит года на 4. Года на 4 хватит картриджей, которые очищают воду. Ну, а сейчас покажу, как это классно работает. А вот эта зелененькая штучка, это что, Леш? Это эко-режим там. А что он дает, эко-режим? Ну, почитаешь, я не помню. Вот еще вот такая есть штука, эко-режим. А давайте попробуем с эко-режимом. Что это такое, пока не знаю. В общем, буду изучать. Итак, как же гладит эта штука? Итак, дорогие друзья, вот она кнопочка, которую я нажимаю. И безо всяких усилий, безо всяких надавливаний. Там, если слышно вам... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, это вот пар подается из лотка, ну там, где вода налита, да, вот оттуда идет, поэтому такой звук, поэтому не пугайтесь, если вы услышите такой звук. У нас пока гладильная доска на балконе, поэтому я прям в своем подарке, который только что вам показывала, да, хвасталась, так сказать. И вот на балконе прохладно, я вам просто показываю, уже скоро будем уносить отсюда гладильную доску в комнату. Смотрите, какая прелесть. Я даже не увлажняла белье перед глажкой, да. То есть все это делает парогенератор. Вот здесь вот просто, видите, какой мощный удар пара. Класс. Просто класс. Можно гладить вещи, которые висят на плечиках. Вот так вот прям подходите к этой вещи. И в вертикальном положении нажимаете кнопочку и отдаете паром. И вещь разгладится. Но это если на скорую руку, допустим, куда-то торопитесь, не успели погладить. Повесили и гладим. Вот Кузьма у нас пришел. Лешка, покажи нам, видите? Всегда, когда я начинаю снимать видео, если я не закрыла дверь, мои коты, как правило, хотят попасть в кадр. Вот он сейчас не хочет есть, я уверена. Вот видите, он сидит и давится. Но надо же попасть в кадр, надо же, чтобы его показали. Вот такой вот у нас Кузьма. Сейчас еще вторая прибежит. Короче, рекомендую этот утюг, парогенератор. Я говорю, парогенератор по цене утюга. Еще раз повторюсь, кто живет в Москве, посетите магазин Била. Это не реклама, это просто как совет, где можно купить этот утюг за 5000 рублей. Ну вот, мои хорошие, показала. Похвасталась, поздравила вас с наступающим Новым годом. А сейчас перейдем плавно к вязанию, потому что все-таки основная тема наша – это вязание. Покажу вам юбочку и расскажу, как я ее вязала. Итак, мои хорошие, переходим к вязанию. Подарки подарками, а вязать всегда хочется. Как в той пословице, а кушать хочется всегда, а нам хочется всегда вязать. Итак, вот такая юбочка. Я пока вам просто обзорно расскажу, как я ее вязала, какой принцип, сколько петель. А уже подробнее, когда юбка будет связана, чтобы не было такого, что я сейчас расскажу, а я потом буду что-то менять. И как бы, ну, а ролик выйдет, чтобы вас не путать. Значит, вяжу из ангора 2, все тот же состав, что и жилет, и мой кашемир, и шелковый блеск. Только в юбке я использую шелковый блеск в два сложения. В жилете, если вы помните, там шелковый блеск шел в одно сложение. Итак,
Набрала я на спице, это не отстирано, поэтому немножко так коряво выглядит. Когда отстирается, все будет замечательно. Набрала на спице я 160 петель. Здесь резинка, рубчик, который мне очень нравится, 3 на 1. То есть 3 лицевых, 1 изнаночная. Вот так смотрится с изнанки. И на круговых спицах троечка. Я провязала вот здесь у меня, поскольку юбка предполагается высокой, с высокой посадкой. Очень красиво смотрится. Скрывает все недостатки, которые на боках есть, все лишнее. Вот эта вот высокая посадка. Провязала где-то сантиметров 10. После 10 сантиметров я стала вывязывать росток. У юбки есть росток. Так, что-то я не поняла. А где здесь у меня? А, это я вот так вот ушла. А, значит, смотрите. Росток у меня там, где оранжевые маркеры. Дальше я разделила юбку на две части и распределила петли. Сейчас я вам покажу. На выделив вот эту часть, здесь 15 петель. Это начало вязания у меня, красный маркер. Вот здесь 15 петель. И тот принцип, как мы вязали с вами джемпер-подарок. Вот именно этот принцип я применила здесь у этой юбки. Только в подарке у нас здесь шел узор коса, у меня просто лицевая гладь. И не трогая вот эти внутренние петли, я делала прибавки с обеих сторон. Только с обеих сторон. Причем прибавки делала при помощи накида. Не при помощи там вытягивания петли из полотна, не из нижней петли, а вот решила попробовать способ прибавки при помощи накида. Так, значит, да, после резинки пошел у меня вывязываться росток. Как вязать росток, я думаю, все вы знаете. Сейчас я покажу, чтобы вы видели этот росток. Здесь буквально 2 сантиметрика. Вот он. Это чтобы ваша часть была, задняя часть хорошо прилегала к вашему телу. Здесь буквально 3 разворота у меня с захватом по 5 петель на боковой вот этой части. То есть после резинки вывязывала росток еще без вот этих прибавок по бокам. Вывязав росток где-то 2 сантиметра, вот смотрите, его сейчас очень хорошо видно. Вот это вот задняя часть юбки, та, которая прилегает, так скажем, к спине. Вот здесь вот, если мы соединим, вот они здесь соединенный низ, у нас получается вот здесь, вот он виден этот росток. Это сделать нужно обязательно, вот так вот это выглядит, чтобы задняя часть юбки, которая по спине, хорошо сидела по вашей фигуре. Сидит идеально, просто идеально. И я ничего не буду переделывать. Я думаю, что будет все-таки не расклешенная, а юбка-карандаш. За счет вот этой вот резинки высокой, повторяюсь, все, что лишнее вот здесь по бокам у меня есть, все скрывается. Ну а дальше просто стала вязать в каждом втором ряду, ну то есть стала делать прибавки с двух сторон. Вот сейчас вот положу, ну с двух сторон, вот он хорошо. Это вот как погон мы вязали в Лешином джемпере подарок. То есть в каждом ряду, то есть ряд сделала накид, провязала без изменения, с другой стороны накид и так вот там, да, по второму боку. Во втором ряду накиды провязываем скрещенными, возвращаемся, в следующем опять идет прибавка. И таких прибавок у меня вот здесь вот было 4. Дальше я померила и поняла, что так часто прибавки мне делать не нужно. И я стала здесь уже, девочки, тут как бы не нужна точность. У меня здесь, по-моему, в 6-м ряду уже дальше пошли вот эти вот прибавки. Вот вы видите, что расстояние прибавок стало увеличиваться, то есть они стали реже. Первые прибавки сделали форму юбки,
а дальше они пошли реже. И вот таких прибавок я сделаю до середины бедер. И, скорее всего, сделаю еще разворот, ну, так скажем, выточку на пятой точке. Кстати, очень хочется мне назвать этот комплект Дженнифер. Я думаю, что многие догадались, почему. Так, наверное, скорее всего, я и переименую. Из элеганта комплект будет называться Дженнифер. Так вот, по пятой точке, вот сейчас, буквально сейчас, вот здесь вот сантиметров 15, это самая выпуклая точка, так скажем, моей Дженнифер, да? Вот здесь вот я сделаю еще выточку. То есть вернусь поворотными рядами, добавлю вот это для выпуклости пятой точки, сделаю выточку на этой юбочке. Вот. Перед оставлю таким, как есть, а все-таки по линии, по самой выпуклой линии со стороны спины я сделаю выточку. То есть вернусь поворотными рядами, наверное, парочку рядочков туда-сюда я сделаю. Ну вот, в принципе, и все. А дальше вяжется прямо. После этого, как я сделаю выточку, уже юбка приняла нужную форму более-менее. Дальше уже прибавки делать не буду, просто буду вязать прямо. И уже к низу юбки, там будет у меня или будет, или не будет. Вот почему я сейчас не хочу рассказывать вам прям вот подробно. Там будет, скорее всего, мозаичный рисунок. И я немножко сужу, чтобы вот она приняла форму именно карандаша. Вот на этих линиях здесь мы вначале расширяли, а теперь мы будем сужать, чтобы форма была именно карандаша. И там уже, когда я немножко сужу прямо, юбка должна быть длинной, я провяжу мозаичным рисунком. Ну, то есть должно получиться очень-очень даже красиво. Так что более подробный мастер-класс, конечно, не с провязыванием петель, но о всех тонкостях, нюансах, как я делала накиды, как накид делается, в какую сторону с одной стороны, в какую сторону делается накид с другой стороны, и как я делала поворотные ряды, вот, вывязывая росток, так скажем, для юбки, это я вам все-все порассказываю. Вот здесь у меня росток, но вы не увидите вообще ни одного разворота. Вот этот способ разворота мне очень-очень нравится. Это я вам все покажу на спицах, не на юбке, но на каком-то отрезке, на каком-то образце. Так что ждем, когда я довяжу эту юбку до конца, и тогда уже сяду схематично, что-то на спицах, что-то вам нарисую. Но я постараюсь очень доступно вам объяснить, чтобы вы тоже связали такую красивую юбочку. Очень красиво смотрится юбка. Я уже примеряла вместе с жилетом. Ой, мои хорошие, я же еще вам хотела показать. А сейчас вот приостановлю видео и все-таки покажу вам в заключении ролика одну очень интересную фишечку. По юбочке все будет, так что не расстраивайтесь. Дорогие друзья, посмотрите, что я вам хочу показать. Вы сейчас скажете, когда же она успела связать этот шарфик бактус? Алло, внимание! Это наш жилет. Вот такой вот трансформер, мои хорошие. Те комментаторы, которые писали мне, что я испортила ниточки, я вам хочу объяснить, что просто ваш вкус не совпадает с моим вкусом. Ну а те, кому понравилась вот такая вещица-трансформер, свяжите, вы останетесь очень-очень довольны. Минуточку, оператор. Не нажимайте кнопочку. Ну и на этой ноте, с очень хорошим настроением, я еще раз хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всего самого доброго, самого светлого. Пусть в вашей жизни будет все только хорошее, и пусть все у вас сбудется. Ну а на этой ноте я буду с вами прощаться. Я вас всех очень люблю, обнимаю, и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова.
Пока-пока.